Фух, друзья, в общем, высадка произошла успешно, но из последних сил лодку не могу вытащить. Сейчас буду разгружать вещи, убирать. Гамак рядом с палаткой повесил. Очередной паёльчик. Немножко сегодня ловил, чуть-чуть совсем. Ну хоть что-то. Сейчас на маслице обжарю. И уже неплохо. Начинается прилив. Был сильнейший отлив, наверное, метров, но на 50 от берега. Вода уже подошла.